TetherScan, исследователь USDT транзакций. Как пользоваться функционалом исследователя транзакций на платформе TetherScan? Введите адрес USDT в строку поиска, чтобы получить информацию о транзакциях с токеном USDT на самых популярных и используемых. ERC-20 на базе блокчейна Ethereum, TRC-20 на блокчейне Tron или на собственном блокчейне USDT Chain. Рассмотрим пример поиска по сети ERC-20, работающей на базе блокчейна Ethereum. Введите в поисковую строку адрес сети ERC-20, начинающийся на 0x, и нажмите «Поиск». Список транзакций USDT ERC-20 позволит вам отслеживать направление отправки токенов. Нажмите на адрес отправителя или получателя, чтобы просмотреть его транзакции, или выберите хэш, чтобы увидеть потребляемые ресурсы и сборы в сети Ethereum по данному адресу. Общий баланс кошелька соответствует количеству USDT на указанном адресе. Аналогичным образом можно проводить исследование транзакций в сети Tron, введя в поисковую строку адрес сети TRC20, начинающийся с буквы T. Для исследования данных кошелька в сети USDT Chain введите адрес в строку поиска на платформе TetherScan и нажмите «Поиск». Вы сможете просмотреть баланс, транзакции по адресу, статистику переводов в стейкинг, а также изучить структуру партнерских адресов для получения вознаграждений от стейкинга. Для более детального исследования транзакций USDT в конкретной сети воспользуйтесь вкладкой «Обозреватель», выбрав «Исследователь транзакций для нужного блокчейна».